Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ. Как сообщает ЦУ СКР по региону, пара состояла в браке с октября 1999 года. Со слов женщины, последние годы муж злоупотреблял спиртным и поднимал на нее руку. В августе 2019 года, когда мужчина был снова пьян, у пары произошел конфликт. Когда муж уснул, 39-летняя женщина связала его по рукам и ногам, надела на голову полиэтиленовый пакет и задушила подушкой. После этого она завернула тело в ковер и утопила в уличном туалете. На следующий день белгородка вызвала бетономешалку и залила выгребную яму. Окружающим же сообщили, что супруг пропал. Родственники погибшего обратились в полицию, которая вскрыла яму и извлекла тело. Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемой. Расследование уголовного дела в настоящий момент продолжается.